Всем привет! У нас сегодня очередная распаковка и вот такая вот посылка в обычном пакете, которая к нам шла 22 дня. И это у нас, давайте достанем, внутри пусто. Это у нас антискользящие коврики для Hyundai Creta. Коврики такие силиконовые или резиновые. Ну, давайте посмотрим упаковку. Так, откроем. Эти коврики у нас идут на полочки, подстаканники, ну, на все вот ниши, которые есть. Может, даже это как бы похоже как на двери под ровную ручку. Так, ну давайте достанем все. Смотрите, как прилипает. Все достали. Ну и вот смотрите, давайте рассмотрим вблизи. Это какой-то конверт. Да, этот товар предоставлен магазином для обзора. Это мне письмо. Ну и давайте рассмотрим вот вблизи. Это такой, как бы, смотрите, обратная сторона, она будет липкой. Ну вот, например, на стол, и его двигать, вот фактически двигать невозможно, он только переворачивается, а так вот уже не подвигаешь, он прилипает и довольно прочно держится. Вот сделано, смотрите, как удобно, такая вот ручечка, чтобы поднимать, было за что поднять, чтобы не ковырять пальцами. А получается, за этот пыптик можно поднять. Ну вот вблизи написано Грета. И с красной каемкой. Есть с зеленой и голубой вроде. Так, ну это сразу видно, что это подстаканник. Это тоже похоже на это. Вот. Давайте посмотрим все по порядку и посчитаем, сколько здесь элементов. Так, вот первый, второй такой же размером, третий побольше. Ну, качество обалденное. Смотрите, оно мягенькое. Вот. Это четвертое будет. Это пятое. Может быть, даже совмещенное вот с чем-то. Вот так вот. Или вот так вот. Это шестое. Седьмое. Вот написано For Greta. И лейбл. Так, 7, 8, 9, маленький такой, 10, 11, это аналогичный, вот, 12, 13 элемент, 14, это, наверное, где-то на торпеде для документов,
15. Вот аналогичный есть. 16. И 17 элемент. То есть они фактически все идут попарно. Так, ну вот такие вот коврички антискользящие. И, кстати, вот да, там, когда вы ложите на полочку, ну или в нишу, там ключи или там флешки, или какой-то там документы, оно не так тарахтеть будет. И потише будет все там болтаться. И вот, кстати, и убирать грязь хорошо. Просто поднял коврик и вытрусил его, протер и все. И по идее там уже фактически ничего не остается. То есть вот такие вот антискользящие коврики. То есть качеством я полностью доволен. Все красиво, никаких наплывов, все четко, все красиво. Так что продавца смело можно рекомендовать. Переходим, ссылочка будет под видео, как всегда. Переходим, покупаем. Там есть не только на Грету и не только на Hyundai. То есть переходите в магазин, я оставлю ссылку. Смотрите, на какие есть модели, заказывайте, покупайте. Да, стоимость $10 именно этого комплекта. Так что заказывайте, пользуйтесь. Все, всех благ. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем удачи. Пока.